Игрушки, украшения, рисунки из песка и бисера – все это сделано руками сочинских народных умельцев. В роли продавцов – волонтеры серебряного возраста. Ярмарка благотворительная. Все вырученные деньги пойдут на лечение онкобольных детей. Я думаю, что любой человек не может быть равнодушным детям, которые больны. Мы этими подарками привлекаем людей, которые тоже неравнодушны к больным людям. И вот собираем здесь сумму, которая нужна будет для больных детей. В роли меценатов выступили и сами дети. Ученики 24-й школы выставили на продажу больше десятка работ, сделанных своими руками. Все очень красиво и выполнено душой детей. Деньги направят в региональный фонд «Край добра», который уже много лет помогает детям. Но чтобы привлечь внимание к проблеме рака, волонтеры сегодня раздавали прохожим ленточки золотого цвета. Это международный символ борьбы с детской онкологией. Конечно, когда дети чувствуют, что за них, грубо говоря, весь мир, да, и все им готовы помочь, конечно, это позитивно сказывается на их выздоровлении. Ну и, соответственно, если это говорить по деньгам собранным, то оплата необходимых операций, необходимых манипуляций дают им шанс на жизнь. Как известно, больным раком важна не только материальная поддержка, но и психологическая. Так, в рамках акции сочинские волонтеры сегодня провели сбор писем. Все желающие смогли оставить свои пожелания больным детям. Их отправят маленьким пациентам в краевой онкологический диспансер. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.